Сегодня про новинки китайского зарядкостроения для лития и про модули вот на IP2312. Ну, из примечательного здесь USB Type-C. Еще здесь вот виднеется такая вот перемычка, ну, пара стадиодов для индикации и дроссель DC-C-преобразователя. Эти пятаки – это уже выход на батарею. Схем защиты батареи тут нет, как и дополнительных выходов для якобы нагрузки. Микросхемка китайская, и даташит тут тоже на китайском. Ну, в общих чертах-то понятно, что к чему. Ну вот, ток заряда до 3 ампер. И вот не самая плохая эффективность преобразователя, 94%. Это, по всей видимости, варианты напряжения заряда батареи. Ну, тут дальше есть схема включения. Напряжение на входе должно быть 5 вольт, и не больше, и не меньше. Ток заряда 2,1 ампер с довольно большим разбросом. Это в случае неподключенного резистора, который задает ток. Есть табличка для настройки напряжения заряда. Опять же, если ничего не подключено, то у нас стандартные 4,2 вольта. Если нужно повысить, то подключаем резистор. Ток заряда также. Если ничего не подключено, то примерно 2 ампера. Если не устраивает, то нужно подпаивать резистор. Нашел сейчас вот такую картинку. Пишет, что ток заряда по умолчанию выставлен на 3 ампера. Ну, не знаю, таким током, наверное, разве что банки 26650 заряжать. К тому же это максимально возможный ток. Ну, не знаю, наверное, это не очень хорошо. И в самом низу даташита, ну, практически принципиальная схема модуля со всеми табличками. И еще появились вот такие вот модули с Type-C, которые можно использовать как зарядку. Ну, на самом деле это потроха от пауэрбанков, хотя про сам модуль не уверен, но вот микросхемка точно уж оттуда. И ей еще зачем-то тут маркировку спилили. По заявлениям продавца, ток заряда здесь 2,4 ампера. Бонусом есть индикатор заряда батареи и есть выход на 5 вольт. USB-выход тут предусмотрительно не запаяли, поэтому мешать установке он не будет. Что он здесь вот с обратной стороны ставится. Ну, тоже вещь вполне пригодная для каких-то самоделок. Ну, конечно, ничего общего он с подобным модулем не имеет, но я думаю, про него тоже стоило бы рассказать. Есть у меня такой вот велофонарь, он по логике вроде как должен был втыкаться в пауэрбанк, и здесь для этого когда-то был USB-разъем. Ну, пауэрбанки с ним работать отказывались и уходили в защиту. Ну, китайцы туда-то разъем поставили, а вот драйвер, рассчитанный на работу с литием, поменять забыли. Поэтому вот приходится делать для него батарейный блок. Ну, как бы, короче, здесь тут 4 банки, разъем и платка зарядки. Потом все дело залью бокситкой, если модуль будет стабильно работать на 3 амперах. Ну, если нет, выкину резистор, на 2-то он точно работать должен. В общем, тестироваться будет все дело на вот этом. Так. Напряжение на банках сейчас 3,5 вольта. Ну и фонарик тоже показывает одно деление. Под нагрузкой, если... Ну, чуть-чуть просаживается. Так, попробую... Пока запитать от пауэрбанка от этого, чтобы тоже было видно, что он тут потребляет. Так, напряжение 5 вольт, что-то даже потребляет. На входе у нас модуля тоже ровно 5 вольт. На выходе, ну, 4,2 стабильно. Так, смотрим, какой у нас ток. Ток сюда и сюда. 1,5 ампера. Из пауэрбанка выходит чуть меньше. Ток падает. В общем, заряжает-то он батарейку. Ну, далеко не 3 ампера на зарядке, конечно. Возможно, конечно, пауэрбанк больше не умеет выдавать. Так, а если другую банку попробовать? Вообще, надо бы блок питания нормально сюда подключить, который 3 ампера может выдать. Это и на проге чуть больше. Так, а ток заряда будет у нас вот 1,8. То есть мы упираемся в пауэрбанку, в питание. Интересно, какое напряжение сейчас на входе этого модуля, что он проваливает напряжение. Вольта. Это еще на кабеле проваливается. Еще кабель играет роль. Короче говоря, можно сделать вывод, что 3 ампера тут и не нужно совсем. Как бы не каждая зарядка сможет отдать такую мощность. Не каждый шнурок это все дело может пропихнуть. И это максимальный ток, который сможет выдержать этот модуль. Поэтому
во избежание дальнейшего перегрева, резистор стоит, наверное, же сразу же. То есть сразу же сдернуть его, чтобы не было проблем, не было перегруза ни на зарядках, ни на проводах, на всех этих. Действительно, то есть вот он, этот резистор. Так, это можно выключить. Пленку выпаиваем. Ну, то есть резистор здесь все-таки нужен? Или это не тот резистор? Забавно, эти китайцы. Ну, вот нашел, впаял резистор обратно. Все заработало, как и было. Так что резистор здесь все-таки нужен. И просто выбросить его и ногу оставить в воздухе, как бы не вариант. То есть сейчас у него максимальный ток заряда, который есть, который, возможно, мощность получить со входа. Тут сейчас вот, а это не видно. На входе 4,6 вольта. Это то, что падает сейчас на проводах. И все. И это напряжение сейчас идет, видимо, на батарею. Нет, 3,6 даже зарядка идет. Но при этом с пауэрбанка он сосет 1,7 ампера, почти 1,6. Да, кстати, немного греется. Если был бы 3 ампера, тут бы уже, наверное, бы печка была бы. В общем, такой вот модуль. На этом, наверное, все. Ссылочки все, как обычно, в описании. Спасибо за внимание. Пока. А вот сколько он жрет от довольно неплохой зарядки. То есть 2 ампера.